Только посмотрите, какой красивый цветной торт у меня получился. Он будет выглядеть еще круче, когда я украшу его короной. Ничего себе! Да это же торт мечты! Я хочу его купить! Сейчас же! Столько хватит? Конечно, хватит! Как же приятен этот запах денег! Поздравляю, торт ваш! Как приятно держать в руках пачку денег! Здрасте, дайте мне что-нибудь пожевать! Сейчас только деньги достану! Вот! И все? Да уж, монетка не сравнится с целой пачкой купюр. За такую сумму я дам тебе только этот старый кексик. Будь аккуратен, не сломай зубы. Ну ладно, спасибо. Ай! Да это же есть невозможно! Ничего себе! А почему мне этот каменный кекс, а ей такой огромный и аппетитный торт? А ну-ка давай делись! Ой! Так, обращаться с моим тортом? Ну все, придется вас наказать. Где это мы? Не знаю, но выглядит круто. О, кнопочка, чур я первый. Стоять, первый буду я. Нетушки, я! Этой пачке денег ты точно не откажешь. Лови. Какой глупышка. Теперь кнопка точно моя. Вау, я буду украшать свой торт любимыми читос. И это не просто сырные читос. Это самые дорогие читос из всех, что только могут быть. Не терпится попробовать. Восхитительно. О, ко мне только что пришла идея, как я украшу свой огромный торт. Я не буду выкладывать на него целые ломтики. Я превращу их в порошок. Вы только посмотрите на эту золотую пыль. О да, так будет гораздо красивее. Теперь тортик украшен золотыми отпечатками моей руки. А это мне больше не нужно. Ой! Линда, эй! Возомнила себя королевой мира? Ну ничего, я спущу тебя с небес на землю. Посмотрим, как ты отреагируешь на эту мохнатую мышку. А что за звук? А, помогите! Ненавижу мышей! Сработало. Ну а теперь я сделаю ее торт куда более милым. Для этого нужно всего-то украсить верхушку отпечатками лап гораздо более милого существа. Моего котенка Бусика. Это что? Кошка ходила по моему торту? Это не кошка, а кот Бусик. А ты угощайся. Ну что же за день сегодня такой? Сначала мыши, потом коты. Ладно, придется есть торт. Надеюсь, кошачьи лапы не сделали его менее вкусным. А вдруг лапы были грязные? А может, теперь там шерсть? Ладно, главное не думать. А вообще-то, это просто невероятно вкусно. Вот так-то, Квентин. А ты сиди и завидуй. О, моя очередь нажимать на кнопку. О, нутеллу я люблю. Но в этой банке почти ничего не осталось. Ну ладно, придется помогать сторонними предметами. Сейчас мне нужно переложить оставшуюся шоколадную пасту в полиэтиленовый пакетик. Вот так потихоньку я и наскребу украшения для торта. Знаю, выглядит не очень аппетитно, зато я смогу нарисовать на тортике любимый узор. Так он станет красивее и вкуснее. Просто потрясающе! Осталось только вставить пряничные свечки. У меня будто второй день рождения. Надо же! Наверное, это вкусно. Сейчас я это и узнаю. Отрежу кусочек побольше, чтобы распробовать. Ой, кажется, этот кусок чересчур большой. О, нет! Кажется, я падаю! О, кусок у меня на голове, класс! Так вкусно! Линда, хочешь? Какая гадость! А давай на Цуефа, кто первый нажимает? Цуефа! Ура, я победил!
Ничего себе! Это же золотые печеньки Оро! Раньше я и не мечтал их попробовать, а теперь у меня их так много, что я смогу украсить им огромный торт! Вот это, я понимаю, повезло! А как красиво сочетается черный цвет с золотым! О, идея! Я превращу свой торт в настоящее произведение искусства! Для этого мне понадобится трубочка. Трубочка, конечно, не в идеальном состоянии, но и такая пойдет. Воткну ее в торт. А далее мне нужно облепить ее печеньками Оро. А этот вкуснейший крем послужит заменой клея. Вот так. Осталось только надеть пустое ведро сверху и готово. Просто потрясающе, да? Ну что, пришло время пробовать мой шедевр. Какой он красивый! И просто нереально вкусный! Не могу остановиться! Хочу слопать все и сразу! Но ведь можно же было это делать аккуратно! Что? Квентин, ты такой чумазый! Ну, значит, теперь я такой же сладкий, как и торт! Линда, а тебе лучше не болтать, а на кнопку нажимать. Не умничай. Ну что, посмотрим, что меня ждет. Шпатель? И как же я буду украшать им торт? А главное, чем? Загляни-ка под стол. О, нет! За что мне такое наказание? Я еще никогда в жизни не жевала уже пожеванные жвачки. Вот это сюрприз для королевы. Даже мне немного противно. Гадость! Это самая настоящая пытка для меня! Ладно, приступлю к украшению. Главное постараться не думать, что их уже кто-то жевал. Ну вот, с украшением покончено. Теперь нужно пробовать. Отрежу небольшой кусочек. И... Нет, это выше моих сил. Официант, сейчас же ко мне! Вы меня звали, мисс? Да, от тебя требуется съесть этот кусок торта. Нет, мисс. Съешь и получишь это. Ну, тогда я согласен. О, можно попробовать и пузырь надуть. А это я делать не просила. А ну-ка остановись! Какой кошмар! Я вся в этой мерзкой жвачке! Я тебя отомщу! О, нет! Интересно, что будет в этот раз? Я быстрее! Вот блин! Ого! Интересно, что же там? Золотые слитки? Я запросто могу отличить настоящее золото от подделки. И эти слитки определенно не из золота. Они из шоколада! А это очень даже круто! Я могу спокойно украшать шоколадными слитками свой торт. А вот один оставшийся слиток я превращу в нечто более классное. Для этого мне понадобится вот такая формочка для льда. Благодарю за быструю доставку. Посмотрим. Да, то, что нужно. Ну что ж, настало время растопить одну из шоколадок. И сделаю я это с помощью фена. Прекрасно. Теперь получившийся жидкий шоколад я разолью по формочкам. А дальше останется только дождаться, пока шоколад затвердеет. Готово. Только посмотрите, какая красота у меня получилась. Самое время закончить украшение торта. Это будет самый красивый торт из всех, что вам приходилось видеть. Как же аппетитно! Самое время попробовать. На вкус он такой же потрясающий, как и на вид. Квентин, а ты чего сидишь? Жми на кнопку. Да, точно! Серьезно? Мусорное ведро? Ну ладно, придется что-то придумать. Мне всегда по жизни помогает моя смекалка.
Я даже из фантиков сделаю что-то привлекательное, вот увидите. Что-то мне не верится. Вот так, это я прикреплю сюда, а это сюда. Ну, здорово же, да? О, а почему бы еще не добавить на тортик немного бумажных самолетиков? Так будет еще красивее! Требуется посадка! Супер! Ну, а теперь можно и попробовать! Какой же аппетитный! Очень даже вкусно! Торт хуже не стал! Ой, кажется, я съел фантики! Ты что наделал? Все, твой торт нужно сдуть отсюда, как мусор! Хуже от него только мне! Нет, как ты могла? На, только не ной! О, это осушит мои слезы! Спасибо! Надо было сразу так поступить! Понравилось наше видео? Тогда скорее подписывайся на Мультидо, ставь лайк и оставляй комментарии. Ну а пока-пока и до скорой встречи!